Теперь мы нашу именинницу снимаем за праздничным столом. Вот здесь вот торт. Кстати, торт называется киевским. Хотя от Киева мы очень далеко, но вот, наверное, украинцы нам его в подарок прислали. Вот, можно предположить таким образом. Ну, а так, откуда бы он взял все-таки киевский торт-то? Название его такое. А, это название такое? Конечно. Ну, а я думал, прям прямиком из Киева доставили. Так, именинница. Вот ты теперь за праздничным столом. Ты какие-то... Ну, мы там тебя уже поздравляли, да? Ну, еще раз. Наверное, не мешает нас Валентину Ивановну поздравить с ее... 86-летие. А то говорят, женщинам не говорят. 18+. Да. Тогда 17. Ага. Ну вот. Вот Лена взяла, и вот тебя, видишь... И предала меня. Выдала тебя, да. 18+. Вот, поздравляем тебя с твоим днем рождения. Желаем тебе еще вперед много здравых лет. Вот, душевного здравия, телесного здравия, благополучия в твоей жизни. Чтобы ты нас радовала вот каждым своим днем рождения, вот так же вот тортами, там прочее и тому подобное. Ну, кстати, мне торт купил дочка. Неважно. Я сама ничего не хожу, не покупаю. Ну вот, не хой-то. Неважно. Ну вот, видишь, теперь я и не хожу, и не покупаю, и вообще на государственном обеспечении нахожусь, видишь как. Да. На вашем обеспечении. Хорошо, что у тебя дочка есть, которая вот сбегала, купила, и вот здесь, как говорится, к этому столу принесла вот этот торт. Вот, вот благодарю вас, и благодарю всех ближних за то, что вы меня так любите, уважаете и цените. За все благодарю. Хорошо, все, давайте пить чай. Еще раз поздравляем, а теперь мы садимся все пить чай с этим тортом. Вот пробу сымем, и ага, вот это Лена уже туда, уже ей не терпится, уже прям... Смотри, что внутри что-то хрустит. Вот, разрезает торт. А может быть, там такие, это, прослойки? Может быть. Типа вафельных или нет? Ну, именинница самый вкусный, самый сочный, самый лучший кусочек. Ну, а нам что останется? Останется и хватит. И хватит, да? Да, и хватит, останется, на всех хватит. Ну, будем надеяться, что на всех хватит. Это смотря, как Лена резать будет. Я резать вот, она может маленькими кусочками, а может сразу по ковалочку отрезать. У нее рука щедрая. А, рука щедрая, да? Ну, это хорошо. Интересно, я не думала, не такой он. Ну, это, знаешь, Лен, когда где-то берешь, вот их делают, там можно спросить, а как он, а с чего и прочее. А так вот берешь его, он уже готов. Купить, а наш русский. Вот правильно, тип сказки, давай, Праги можно. Или птичьего молока. Прага тоже была там, да. Во. Ну, вот. Так, ну, все, а то уже чай наполовину остыл, остыл, придется нам его подогревать. Ну, чтобы не греть, уже мы все садимся. Вон там Лена. Вкусные. Он там на заднем плане уже вкушает. Не именинница, а дочка уже вкушает. Нас не дождешься. Ага, опередил нас. Так. Ну, всем приятного аппетита. Всем здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. На этом заканчиваем передачу о праздничном застолье. Пока-пока.